Вітаю вас, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Дерешевська. Чи можлива міцна родина в умовах нашого сьогодення? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. І почуємо глаголи вічного життя з вуст нашого сьогоднішнього героя. Любов созидає. Но любов може бути там, де є прощення. Только если сердце сокрушенно и смиренно, как мы читаем в 50-м псалме, тогда Бог не уничижит, тогда Господь с нами. И Господь всякие дела наши видит. От Бога не укроется ни доброе дело, ну тем паче и недоброе. Приняв пост, нужно отрести из себя каждодневную суету. Мы с вами, друзья, стоим на порозі великих днів. Вони дуже важливі і впливають на кожного, незалежно від того, знає він про них чи ні. Це період Великого посту, а сьогодні – прощена неділя. Друзі мої, завтра по календарю Старого стиля – перший день весни, 14 марта. Весна – це, звісно, здорово. Весна – це рождення нових чувств. Весна – это вообще возрождение всего. Но я вам хочу сказать, что весна завтрашнего дня – это еще и первый день Великого Поста. А сегодня – прощенное воскресенье. Прощенное воскресенье – это особый день в православной церкви и для православных христиан. И не только, для всех-всех людей. И поэтому у нас есть очень хорошая такая благочестивая традиция в прощенное воскресенье приходить в гости к батюшке и получать от него и благословение, и вразумление, и наставление, и утешение. Да-да, утешение, потому что в утешении нуждаются все, и стар, и млад. Пойдемте, утешимся. Вы знаете, друзья, я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что ничто так не утешает, как беседа с людьми, близкими по духу, в семейном кругу, неторопливо и радостно. И несмотря на то, что завтра начинается Великий пост, сегодня еще прощенное воскресенье, сегодня еще поста нет, и сегодня мы в гостях у батюшки. Впереди Великий пост, он уже завтра, и так хочется получить и благословение священника, и зарядиться вот этот заряд прочности, ну, может быть, мужества даже, который может преподать только православный священник. Мы у вас в гостях, тепло, уютно, хорошо, и даже и не хочется думать, что завтра уже пост. Или нужно думать, как вы думаете, отец Виктор, о чем думать в прощенное воскресенье? Я думаю, что думать всегда нужно, потому что человек без думки, как кажут по-украински, без доброй мысли, неизвестно, куда идет. А так мы сегодня пришли к тому времени, где церковь воспевается покаяние от верзи, медвери, резонодавчи. Покаяние, к которому мы приходим, вступая в Великий пост, к которому призывали святые апостолы, святой Иоанн Предтеча, сам Господь, говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Вот сегодня, прощая друг друга, прощаясь друг с другом, мы вступаем в эти священные дни великого Богоспасаемого поста. Но, приняв пост, нужно отрясти из себя каждодневную суету. Как Господь говорит, что хочешь, чтобы для тебя было? Если хочешь, чтобы тебя прощали, и ты прощай. Если хочешь, чтобы тебя любили, и ты люби. Вот по жизни идя, что нам мешает в любви Божией быть и с Богом? Грех. Ибо святые отцы говорят еще, грех – это как горючее вещество. Добавляешь его, еще больше возгорается пламень страстей, зла и ненависти. И человек себя отдаляет от покаяния, от Царства Божия. Уменьшаешь греховные дела, что как раз и к чему пост призывает. Приближаешь себя к Богу, единишься с Ним через святые таинства и радуешься тому, что спокойно на душе.
Поэтому вступая в Великий пост, прощая друг друга, мы надеемся иметь Божие прощение и Божие благословение на начало Бога спасаемого поста, чтобы встретить Пасху Божию в радости очищения, радости души, радости с близкими, радости со всем миром, а наипервые со своей душой, со своим сердцем. Отец Виктор, вы говорите, Великий пост, Бога спасаемый пост. И вступая в него, нужно простить. Очень часто мы говорим, да, мы прощаем, но в сердце не имея прощения. Понимаете, очень часто люди как бы внешне прощают друг друга, а на самом деле, мне кажется, что прощение, вот искреннее прощение, это ведь тоже и работа над собой в первую очередь, потому что, ну, можно сказать, да, я прощаю, прости меня, брат, прости, сестра, и я прощаю, а на самом деле, а в душе пустота, а на сердце камень. Я был маленьким еще человечком таким, и была мудрая бабушка, Царство Небесное, она говорила, в те 70-е годы, бач, синку, як багато говорять про мир, а в них миру нема. Также, если говорит человек часто только устами своими о покаянии, о прощении, а в сердце далеко его, то тоже обратно получает. Поэтому только если сердце сокрушенно и смиренно, как мы читаем в 50-м псалме, то тогда Бог не уничижит, тогда Господь с нами. Господь милостивый к нам. Без труда над собой не может никаких спасительных действий быть. Пост не принесет пользу. Без труда мы что мы видим? Какой-то там трава ненужная, будяк какой-то растет. Не нужен. А деревце полезное, его нужно ухаживать за ним, подрезать его, обкапывать, значит, удобрять, вот тогда она принесет пользу. Так и наша душа, которая требует от нас много трудов для нашего же блага, для нашего спокойствия, для нашего спасения. Православный священник, который стоит у престола Божия, который служит литургию, это совершенно, ну, я не могу сказать, что это иные люди, но благодать священства почивает на вас. Но тем не менее, вот рядом с вами сидит ваша матушка, и вы прожили с ней рука об руку много лет. И я думаю, что если бы вы не прощали друг другу, то, наверное, бы и не состоялся ваш союз, хотя ведь православному священнику можно жениться только один раз. Но, тем не менее, именно вот это всепрощение, оно заложено в вашей семье, в основе вашей семьи, если коснуться вашей семьи. Ну, еще раз хотелось бы напомнить, что любовь созидает. Но любовь может быть там, где есть прощение, там, где есть терпение. И опять же, труд над собой, чтобы это прощение и эта любовь появилась. Само от себя ничего не появляется. Да, Господь сподобил нас уже больше 30 лет быть вместе. От нашего венчания до сегодняшнего дня Господь нас терпит и благословляет. Вырастили двух дочек, зятья есть, значит, есть трое прекрасных внуков, слава тебе, Господи. И каждому нужно преподать урок терпения, урок послушания, урок любви и к Богу, и друг к другу. Естественно, что это большой труд, потому что само собой ничего не появляется и не проявляется, и не принесет никакого труда и пользы. Но, вступая в пост, многие думают, что так, раз вступил там священник, и ему-то хорошо, а вот мне тяжело, потому что мне мясо нельзя есть, или колбасы, или что. Но это не главное, как обычно в жизни, значит. Но это, можно как сказать, у человека есть рука. Рука имеет 5 пальцев. И вот телесное – это все один пальчик, но его нельзя отнять от остальных пальцев. Но нельзя сказать, что он может заменить все пальцы. Так вот, в терпении сержите души ваши, и Божье благословение будет со всеми нами. Стараясь подражать святым угодникам Божьим, живем, терпим, прощаем. Господь посылает мир в сердца и души наши,
наших ближних, которые Господь нам даровал. Вот старцы говорят, что семья – это малая церковь, и именно в семье созидается маленькое сердце будущего христианина. Сегодня хорошая, крепкая семья – это, можно сказать, что это редкость, или это было всегда, отец Виктор? Крепкая семья, терпение, смирение, но это все больше к матушке, наверное, да? Терпение, смирение, а главе семьи что? Настойчивость и мужество? Настойчивость и мужество до определенных моментов или фрагментов жизни. А всегда быть непоколебимым только нужно в вере своей. А так жизненные же истории разные есть. И если человек в гордыне сказал, я так сказал, нехай так будет. Ну, это же будет неправильно, потому что сегодня в гордыне ты сказал, а завтра оно не полезное, и не нужное, и даже неподходящее. Смотрите, даже в Библии есть как бы вещи, противоречащие друг другу. От чего? От того, что под разные временные ситуации Господь даровал нам сказания, наказания, подсказки. И его как бы быть буквоедом и сравнить в один миг, в один момент, ну нельзя. То есть под каждую ситуацию Господь посылает свое благоразумие. А благоразумие от того, что человек смирен пред Богом, находясь в молитве и терпении своем. По-другому никак нельзя. Для того, опять же мы говорим о посте, вступая в пост, для того и пост дается, чтобы мы, идучи по пути или едучи, притормозили немножко в жизни своей, задумались, как нам быть, что нам быть, как сделать так, чтобы было полезно не только мне, а рядом со мною, тем, кто окружает нас. Значит, нужно что-то себя остановить, в чем-то ущемить. Потому что не сделавший добра, добра и не получит. Пред Богом все известно. Господь всякие дела наши видит. От Бога не укроется ни доброе дело, ну тем паче и недоброе. Поэтому так Господь говорит, что хотите доброе получать, творите добро, невзирая на личности, на звание, на положение. Будьте христианином всегда. Вот в свое время говорили знак качества. Знак качества – это как бы тот добрый христианин, который все дела исполняет со страхом Божьим, боится навредить себе и тем паче кому-то. В том он, естественно, как свеча, горит, чтобы был свет, сгорает, но приносит кому-то пользу. Жизнь наша таковая. Отец Виктор, но я думаю, что и вам, и матушке известно выражение, когда люди говорят, я столько сделал в жизни добра, а у меня сплошные скорби. Что ж получается, что добро, оно зря делалось? Или если человек делает добро и ждет за это награду, вот как тут, как-то тут какие-то нестыковки, отец Виктор? Награда, это мне так кажется. Награда наша на небесе. Господь все наши, еще раз напоминаю, все дела видит. Награду мы получим от Господа. Такой человек, если так говорит, то он уже остановился. Он ожидает чего-то. Забывая о том, что вчера Господь, позавчера, каждую минуту Господь благословляет и помогает ему. Но он этого как бы не видит, не считает нужным. Нельзя без Бога сотворить доброе дело. Только плохое можно начудить. Значит, такой человек не умеет благодарить Бога. Не умеет благодарить рядом окружающих. Он только ждет, вот, я тебе зарубил на 3 копейки, а ты мне воздай на 5. Нет. Человек создан образом подобию, но по образу и по подобию Божию. А поскольку Бог есть любовь, то человек в любви должен пребывать и эту любовь проявлять всегда. И до скончания земной жизни своей. Чтобы и в Царстве Небесном были видны твои дела. А так за каждый добрый поступок восхвалять себя. Это лукавство, это фарисейство получается. Знаете, с евангельской притчи, что фарисей доброе дело делал, но он так возгордился, он восхвалял себя, какой он, как сейчас в миру принято говорить, какой он классный человек, смотри, значит, даже не такой, как этот мытарь, сборщик податей. И что Господь говорит? Господь не осудил его за его добродетели, но осудил его за то, что он в гордыне своей превозносился над другими. А тут мытарь, который, да, согрешил, но он каялся. Каялся и
хотел принести достойную жертву пред Богом. Он говорит, воздам, как Закхей говорит, кого обидел, воздам вчетверо. Мытарь стоит у дверей храма и ударяет себя в грудь и говорит, Боже милостивый, будь мне грешнику. Вот если вот мы так будем говорить, тогда мы будем меньше замечать за собой добрых дел. Пускай другие замечают. По этому поводу можно было бы сказать следующее, что сейчас появляются разного рода пророки, в кавычках, и говорят, о, видите, что в Библии сказано. Все страшное, суд кинет всем. В нашем Николаеве, к сожалению, уже было таких предсказателей очень много. Помню, что в Октябрьском, как-то был такой предсказатель, что у людей даже квартиры позабирал, а конца света-то нет, то, что он предсказывал. Потому что никто не знает об этом, кроме ангелов. А даже ангелы не знают. И тут вдруг какой-то начинает мудрование, говорит, вот я знаю, вы там сдавайте квартиру, отдайте мне, потому что конец света. В Америке такие случаи были. Ну, как бы в святой мировой практике такие были случаи. Но о чем это говорит? Это от лукавого. Потому что когда Бог приедет судить, только есть предвестие. А так, чтобы указать точно, когда, даже ангелы об этом не знают. Да, мы видим сейчас суету мира сего, значит, жизненные какие-то недостатки, неурядицы, значит, бедствия, которые происходят в Донецкой, Луганской области, даже на нашей территории. Да, беда, молимся, помогаем, чем можем, и нужденным все. Но сказать, что это конец света, естественно, что нет. Потому что об этом никто не знает. Хотя, опять же, не добрые не твори. Твори добро, что можешь это делать, невзирая на личности, на звание, на положение свое. И тогда Господь милостью своей воздаст тебе. Потому что, опять же, вступая в Святой Пост, хочется подражать тем угодникам Божьим, которые постились и молились так, что Господь видел их. Но они себя не видели. Они не говорили, что вот я, смотрите, попостился 3 дня или там недельку, за что ж ты мне, Господи, за это воздашь? Господь воздаст нам, только нам же нужно это, а не Господу. Мы угождаем, служа Богу, помогаем себе, а не кому-то, чтобы прославиться. Отец Виктор, вот знаете, сегодня прощенное воскресенье, завтра уже Великий пост, и все задаются вопросом над тем, ну, те, кто хотят соблюдать Великий пост, что первая неделя Великого поста, она самая строгая, первая и последняя неделя. Как-то что есть и так далее. Сегодня мы утешаемся чаем, сегодня еще можно и пироженка скушать, а завтра уже ничего этого нельзя. Или это не главное, отец Виктор? А что главное? Да. Возвращаясь к тому, что вы говорите, значит, хотелось бы сказать за свою такую, ну, уже какую-то определенную практику. Я видел всякое, значит, по этому поводу, значит, знаем мы из сказаний, как спасалась Мария Египетская, что употребила пищу. Ничего, где-то растение в пустыне. Знаем те, которые говорят, ну как, я от мяса откажусь. Что же будет? Ну, знаем я, да, о том, что есть такие люди, что говорят, ну, батюшки-то говорят, а что же они сами там, что они сами едят? И вот, будучи молодым священником, когда старшая дочь еще была маленькая, лет 5 ей было, значит, соседи давай выпрашивать. Светочка, ну, а что там родители едят? Ну, она говорит, ну, картошку сегодня ели, значит, кашку там ели. Угу. А может, тебе курочку дадим? Да нет, кто же сейчас курей ест постом, она говорит. Так, может, сметанку тебе дадим, значит, раз курочки это не хочешь. Значит, да, сметанку кто ест? Ну, как бы этот, уста младенцем были вразумлены те люди, которые как бы хотели выпытать. Пошло немножечко времени, и они нам говорят, вы на нас очень обижаетесь. Ну, думаю, за что обижаться, почему? Я говорю, ну, я не понимаю, в чем вопрос, чем вы меня обидели, я бы от вас ничего не обижал. Но они же скажут, была у нас ваша Светочка, значит, и вот мы ее выпрашивали, как, что она нам говорила. То есть, ребенок какой? Как Господь говорит, будьте как младенцы. Они еще не умеют ни лукавить, ни злословить, ничего. Вот они естественные, такие Богом данные. И вот она говорила то, что думала, что у всех так. Хотя видит, ну что такое искушение. Предлагают ей курицу, а она курицу не ест. Будто. И сметанку она тоже не ест. Вот как раз в первую неделю поставим. Человек может питаться, но ограничить себя в пище. Ту же кашку поесть.
постненькою на чолі я ту картоплинку відварити з капустою. Но опять же, не так, чтобы живот трещал, потому что не наполняется, он не хватает калорий, как говорят другие. Уменьшить все, это даже постное. Вот тогда будет полезно для нашего тела, тогда будет полезно для души. Потому что кроме этой пищи телесной, которую, говорю, как один пальчик на руке, но все остальное нужно приложить в своих добрых делах, молитвах, к раструдах над спасением своей души. Кстати, Великий пост – это ведь не только ограничение себя в еде. Смотрите, уменьшаем количество еды, а увеличиваем число тех же добрых дел. Ну, не знаю, это, конечно, сложно все. Но увеличиваем, даже вот если христианин, то он должен увеличивать количество молитв. Для молитв нужны силы, еды мало. Ой, отец Виктор, не знаю. Первая неделя как раз 4 дня чтение покаянного канона. И, слава Богу, вот во всех церквях видишь, как бы люди добавляются, приходят на покаянный канон. Как раз человек и начинает задумываться, что вот, ага, вот то напоминание о моем грехе, то напоминание. Ну, благоразумный человек задумывается. Ну, а не очень благоразумный думает, ну ладно, колбасу не ем, да уже вот, все, вот тебе уже все пост. Ну, это как бы диета, если колбасу не ешь. Ведь пост – это составное, телесное и духовное. Работать над своей душой, помогать ей. Ну, естественно, помогать телу. Потому что та же печень будет иметь очищение от того, что ты не ешь мясо, не ешь жирного. Печень та же очищается, поджелудочная успокаивается. После поста смотришь, человек с радостью приемлет радость Пасхи Христовой. И духовную, и душевную, и телесную. А если так, то колбасы не ел, ну, какое спасение? Отец Виктор, и хотелось бы, конечно, чтобы и наши телезрители тоже утешились и получили пастырское благословение от вас, митрофорного протоиерея, потому что с благословением батюшки как-то легче и по жизни идти. Правда-правда, телезритель? Священник благословляет не своей милостью или своим благословением. Священник благословляет тем, что дарует ему Господь. Поэтому пусть Господь благословит всех нас своей любовью, своим благословением нанесения поста, чтобы мы, попостившись, смирившись, встретили радость великую Пасхи Христовой, спокойствие и мир души, радость и сердца о воскресшем Господе. Но для этого нужно пройти еще определенное время поста, потом страданий Господних, страстей Господних, распятия, а потом только воскресенье. Так не бывает. Когда нет первого этажа, на девятый не запрыгнешь, потому что еще его нет. Так и состояние и постройка своей души идет именно трудами, созиданием для своего спасения о Господе воскресшем. Поэтому пусть Господь воскресший благословит всех нас миром, терпением и любовью, вступая в Великий пост. Храни Господь всех вас и благослови. Дай Боже, друзі, щоб цей великий піст ми з вами провели мужньо і радісно, як і благословив настоятель церкви святого благовірного князя Михайла Тверського, що у Варварівці, протоиерей Віктор Сулима, в гостях якого ми з вами і зустріли прощену неділю. Що день завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Ані Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 14 березня за старим стилем перший день весни. Авдотія Євдокія Плющиха. Саме вона і відкриває весну. Якщо в цей день погоже, то все літо буде пригоже. Авдотія красна і весна красна. Починається період весняних вітрів. Теплий вітер на мокре літо.